После 5 лет страха и насилия жители Восточного Алеппо спокойно выходят на улицы. Российские военные вместе с сирийской армией вернули в город мирную жизнь. Тысячи добровольцев расчищают дороги и тротуары от завалов. В нескольких кварталах вновь начал ходить общественный транспорт. Заработали рынки и магазины. Одна за другой открываются школы. В программе обучения, кстати, не так давно появился новый предмет – русский язык. Ну а в подарок для самых маленьких открыли парк аттракционов. Сейчас я могу отправить своего сына на улицу в любое время суток, и я не опасаюсь того, что на него может упасть мина или снаряд. С торговлей стало все намного лучше, потому что на улицах больше людей. После освобождения Алеппо, конечно, стало лучше. Раньше люди выходили на улицу только при необходимости. Если им надо было что-то купить, тогда и выходили. А сейчас выходят в любое время суток и ничего не боятся. Первые дни Нового года в Алеппо вернулись больше 2000 семей. Это данные специального координатора ООН в Алеппо Саяда Малика. По его словам, сейчас в городе работают 7 медпунктов. Также все жители обеспечены горячим питанием и чистой питьевой водой.